Приветствую всех, друзья, на канале Erzone Game. И сегодня я хочу зайти поиграть на один из, на мой взгляд, популярных проектов. Это Tyrannus, расположенный на базе игры Arma 3 в ролеплей направлении. Я уже делал на него небольшой обзор. Обзор получился музыкальным, потому как на тот момент просто не было какого-то функционала, который я бы мог поснимать. Проект открылся и находился в стадии настройки. Поэтому многие работы были отключены, и экономика была еще абсолютно не настроена и сырая. Поэтому я просто поездил, покатался, поснимал какие-то красивые виды и это выложил. Но попробовать этого проекта мне так и не удалось. Вот теперь я хочу наверстать упущенное, зайти и прикоснуться уже непосредственно напрямую к этому проекту. Посмотреть, что же здесь есть интересного, кроме вот этой вот шикарной, на мой взгляд, карты. Ну и давайте потихонечку заходить на этот проект. Первым делом, конечно же, это город Кавала, который переделан на этой карте, ну, просто основательно. Город очень красивый получился. И надо отметить, что, несмотря на все вот эти вот переделки, которые мы можем заметить, город все равно не пожирает сильно FPS. Да, есть просадки, но это понятно, потому что очень много добавленных текстур, сторонних текстур, и вот эти вот деревья, похожие на какие-то японские сакуры, не знаю, как это назвать, и эти статуи, и, в общем-то, много добавленной архитектуры, есть свой такой торговый центр, ну, в общем, очень много всего навалено, но, тем не менее, FPS все-таки в каких-то таких достойных пределах. Конечно, есть небольшие просадочки, но, тем не менее, как я и сказал, все равно достойно. Выезжая же с этого города, FPS становится вообще божественным. Ну и обращаем свое внимание на карту. Карта выглядит хорошо, свои какие-то иконочки, которых я не встречал ни на одном другом проекте, видимо, разработаны именно под эту карту. Есть небольшая интерактивность. К сожалению, нету никакого меню у этой карты, но и есть какая-то интерактивность. То есть при наведении на какие-то иконки, правда, не на все, но на какие-то иконки, если мы наводим курсор, то выскакивает небольшое пояснение. Правда, это пояснение дублирует то, что и так написано на карте. Но, тем не менее, какая-то интерактивность этой карты присутствует. Конечно, жаль, что нету какого-то уникального меню. Но если присмотреться к этой карте, то она имеет три зоны. Эти зоны распределяются не только по разным текстурам, но еще и по климатическим своим отношениям. То есть сверху находится северная часть, потом идет некая европейская часть, такое плоскогорье, я бы сказал. Ну и снизу идет какая-то южная пустынная равнина. Также к этим климатическим зонам привязаны и некоторые ресурсы. Так, например, в северной части добывается креветка, добывается какой-то краб и, по-моему, еще добываются акулы. В средней полосе нефть, уголь и тому подобное. Ну а в южной части этой карты добываются какие-то экзотические виды плодово-овощных культур. Также на карте изменен ландшафт и в некоторых местах изменены дорожные направления. В целом, как инструмент, карта хорошая, но требует какого-то времени, чтобы к ней привыкнуть. Ну и, наверное, переходим дальше. Далее у нас магазин. Магазин автомобильного транспорта и именно грузового. Легковой транспорт показывать не буду, потому как меня он не интересовал, ну а тратить на это времени мне не хотелось. Выглядит магазин вот таким вот образом, и можно заметить, что здесь же перемещен сюда гаражный массив. В магазине стоит вывеска. Вывеска, надо сказать, оригинальная с их логотипом. Ну и заходим в сам магазин. Оригинальностью, наверное, магазин особо не отличается. Выполнено все красиво, менюшечка переделана немножко. Ну а транспорт, транспорт как транспорт, я бы сказал, наверное, вот так. Не могу сказать, что его очень много, но и нельзя сказать, что его мало. Есть и стоковые, но есть и интересные добавленные. Цены на весь грузовой транспорт вы сейчас видите, но забегая вперед, скажу, что в экономике этого проекта мне разобраться не удалось. Сложилось небольшое впечатление, что она все-таки не до конца настроена, но это может быть ошибочное мнение, потому что я в ней не разобрался, если честно, но этого мы коснемся чуть позже. По слотности машины тоже такого в среднем, наверное, порядке от 1000 до, по-моему, 1800 слотов. Но есть возможность на проекте увеличивать, как это делается на многих проектах, почему-то через медиков. Хотя вот я, например, считаю, что от добавления ящиков и какие-то манипуляции вообще с расширением автотранспорта надо бы добавить, наверное, таксистам. Все-таки таксисты это тоже транспортная компания, ну и это самый такой ущемленный класс, наверное, на просторах ролеплей Arma 3.
Потому что таксистов, ну, практически никогда не бывает. По той простой причине, что транспорта хватает и не бывает проблем ни на одном проекте с передвижением. Поэтому я очень редко вижу таксистов. А вот если бы им добавить вот эти вот расширения, наверное, было бы гораздо интересней. Ну и вот, в общем-то, весь транспорт. Но к транспорту мы вернемся чуть позже, так как мне все равно предстоит купить свою машину. Но денег у меня пока не хватает. А и для того, чтобы заработать, я пошел на почтовую службу. Почтовая служба здесь выполнена очень красиво. Машинка раскрашена, машинка нестандартная. Также раскрашен и костюм персонажа. Машинку наделили хорошими скоростными качествами. Также она и управляется достаточно хорошо. Это сделано грамотно, и исходя из того, что если брать какие-то другие проекты, где какой-нибудь DHL там и стоит стандартная машина, то стандартная машина разгоняется всего до 110. Эта же машинка может разогнаться до 250. Таким образом, разработчики немножко разбавили скучное занятие для новичка, и теперь это действительно какое-то более-менее увлекательное занятие. Гоняет машинка быстро, но на этом рабочем занятии точку выбирать нельзя, она выпадает рандомно. Зато у каждой посылки есть своя текстурка, что, кстати, не часто встречается. А вот погонять-то мне так и не удалось. Я встретил игрока и остановился, чтобы с ним потрещать. Далее появился администратор, и оказывается, здесь новичкам положено вознаграждение под так называемые подъемные. Ну и администратор выписал мне подъемные, и ездить мне не пришлось. Для вас Возьми рыбки. вы это на стенгазете можете заполнить анкету новичка, и правительство вам окажет первую помощь. Да я уже 2 месяца здесь, мне поздно. Ну, вы тоже можете заполнить анкету новичка. Так я говорю, я уже 2 месяца здесь, я анкету уже Нет, заполнял. да, вы уже заполнили. Конечно. Ну, это вашему товарищу предлагаю заполнить. Так, Ну. на стенгазете анкета новичка, вы ее заполняете? Если вы сейчас заполните, я подъеду и выделю вам средства материальные. Да, Средства, так оно и здесь есть. Можешь заполнить, реально помогут. Ну, 500 тысяч все равно хорошо. нет, 250. 250 уже Да. было 500 раньше. Раньше много чего было. По-другому. Понятненько. Это в Дискорде или ВКонтакте? На стенгазете. А вот сейчас хотелось бы немножко отступить от темы обзора этого проекта. Как проекту это не касается. Касается разговора, который вы сейчас слышали. И, наверное, внимательный зритель услышал 3 раза от администратора слово «стенгазета». И в конце он поправил меня, когда я его спросил, где, ВКонтакте или в Дискорде. Он мне сказал «стенгазете». Мне бы вот хотелось немножко поглагольствовать по этому поводу. Почему мы играем в игру, в которой дорогие машины, гелики, Феррари, в общем, высокотехнологичные машинки мы гоняем, у нас есть планшет, у нас есть телефон, и мы употребляем слово «стенгазета», которую даже я, взрослый человек, помню с трудом. Я занимался стенгазетами, когда был в начальных классах. В дальнейшем никто этим не занимался, только отшибленные комсомольцы, старшеклассники какие-то там рисовали стенгазеты. Мои дети, например, даже не знают, что это такое стенгазета, но мы по-прежнему употребляем это слово. Почему нельзя сказать ВКонтакте, в Дискорде? Мы же современные люди. Например, на просторах GTA нет такого слова стенгазета. Там смело говорят на сайте ВКонтакте. Да почему же мы-то употребляем в армии все по-прежнему какую-то реликвию, стенгазету? Кто из нас последний раз брал в руки простую газету, которую сейчас можно, наверное, еще купить в каком-то киоске? Да вряд ли кто-то ее покупает и читает. Все берется в интернете. Да почему же мы в армии-то, как в каменном веке? Почему тогда ни каменные скрижали, ни иди не почитай на папирусе? Какую-то стенгазету. Ну пора же уже переходить на современный язык. Ну и я отказался, естественно, идти искать какую-то стенгазету. Посему администратор дал мне денег просто так, без всяческого заполнения анкет. Но вот тут-то я и потерял вот эту вот нить экономики, за которую хотел уцепиться и почувствовать ее. После администратора подошли еще 2 или 3 человека, за что огромное им, конечно же, спасибо, и тоже дали мне денег. Ну, как это принято уже в армии, издавна. Видят новичка и пытаются ему помочь. Да, огромное спасибо, но вот тут-то я и потерял всю ту экономику, за которую захотел в какой-то момент зацепиться.
Машина, деньги, шмотки, все мне досталось бесплатно. Я не смог пройти вот эту вот нагрузку и не могу понять, легкая экономика, сложная, не знаю какая. Но отправиться пофармить мне все равно захотелось. Для этого мы поедем в магазин и прикупим какого-то шматья. Вещи я показывать не буду, сразу же идем за шмотками. И вот посмотрите, как прикольно выполнен магазин. Казалось бы, они взяли и просто модельки тех товаров, которые, в общем-то, можно встретить на любом проекте, они их увеличили. И я некоторые из них первый раз вообще увидел. Я видел, что продается открывашка, но она же маленькая полоска нарисована, а здесь она большая. Ремкомплект. Черненький какой-то квадратик был, а это, оказывается, вот такая сумка с каким-то скотчем. Выглядит все прикольно. Оказалось бы, простое решение. Взяли и просто увеличили. Ну и, естественно, в магазине есть корзина. Мне нравится, когда есть дополнительная менюшка с корзины, она облегчает взаимодействие с этим магазином. А из минусов можно только сказать, что при увеличении, при растягивании текстурки, она, конечно, немножко замылилась. Но даже с такими вот слегка замыленными текстурками все равно на этот товар приятнее смотреть. И можете заметить, что это необычный скрипт, да, где стоит стол, и там бывает вертятся текстурки эти, ну, модельки, бывает просто они лагают. Ну, а здесь вот решили обыграть вот так. И мне это очень дело понравилось. Мне почему-то сейчас такое вот как дежавю, что, по-моему, я где-то подобное уже видел, но, может быть, я ошибаюсь. Но сделан действительно магазин прикольно. Мне очень понравилось. Затарившись всем необходимым, киркой, ремкомплектами и тому подобное, отправляемся на точку добычи. Здесь есть интересная схема. Такую схему я встречал, по-моему, на проекте Just Life. Начнем с того, как это расположено. Здесь есть всего одна точка добычи всех ресурсов, что, конечно же, облегчает карту, потому что не нужно бросать лишних 10-12 иконок. Здесь, на этой точке, добывается все. Это горнодобыча. Выполнено все вот таким вот образом. Да, к этому есть вопросы. Очень странно выполнено. Как бы вот, ну, добыча меди, мне кажется, происходит, ну, совсем не в такой локации. Ну ладно, упустим это. Сам процесс, то, что мне нравится. Это единичное нажатие кнопки. Нажал один раз и можешь идти заниматься своими делами, налить себе кофейку, полистать что-то в интернете. В общем, персонаж работает, я как игрок отдыхаю. Я уж не говорю о такой мелочи, как ничего, как вы видите, не появляется, и все стоит на автоподборе. Тут весь комплект, который мне нравится. Я всегда говорю, не надо заставлять игрока работать, пускай работает персонаж. Вот я сижу и наблюдаю, как мой персонаж работает. Так что я считаю, что вот это самая лучшая схема. Далее, как и на Just Life, здесь все через менюшки. Сначала вы заходите, и перед вами открывается такое вот меню, которое оповещает вас, какой у вас уровень. С каждым новым уровнем перед вами открывается новый ресурс. Здесь все расписано. Все очень красиво, крупно, все в цвете, все доступно и понятно. Какие ресурсы, сколько стоят, что откроется, когда. Сделано, как я сказал уже, как и на Just Life, такая же схема по очередному открытию ресурсов. Но только выполнение вот такое вот. Очень красиво. Все крупно, красиво, доступно. Это меню ваших навыков. Сейчас мы находимся на горной добыче, и вот у меня уже какой-то там есть уровень, по-моему, третий. Дальше нажимаете F1, и у вас открывается вот такая вот табличка, которая показывает, сколько какие ресурсы. Зеленым то, что мне уже доступно, красным то, что еще в скором времени откроется. Менюшка имеет интерактивность. То есть мы наводим на какой-то ресурс, и в меню выскакивает подробная информация. Сколько весит, сколько стоит. То есть мне даже не надо лезть в планшет и уточнять через там какую-то губернаторскую, по-моему, да, сколько какой ресурс стоит. Все, открыли менюшку, навели курсорчик, он вам выдал всю информацию. Ну, я не знаю, по-моему, это лучшая схема и лучшее оформление на вот рабочих занятиях. Ну и набираем медные руды и двигаемся дальше. Следующая точка — это точка переработки этой руды и изготовления слитков. Но мой путь, к сожалению, лежал через пост анахронизма, как я это называю. Это чисто мое мнение, но я ненавижу вот так вот оформленные посты полицейских, ну и вообще в саму эту точку. Одно и то же. Стойте, предъявите документы, куда едете. Вот это РП и еще стой, это ограбление. Вот то, что меня уже бесит в арби на протяжении, наверное, последних 3-4 лет. Я считаю, что вот это РП, ну это мое мнение, поэтому я думаю, что полицейские, которые играют вот на этих постах, не согласятся со мной, но я считаю, что вот это просто воровство моего времени.
бесполезный отыгрыш одного и того же на протяжении нескольких лет. Кстати, этот полицейский еще и оштрафовал меня, хотя на проекте стоят радары, которые автоматически у вас снимают деньги. То есть вы проехали под радар, он мигнул и у вас тут же списал со счета. Но вот меня еще и оштрафовал сверху. Ну, бог его знает, что за схема такая здесь стоит. Ну вот ненавижу я эти посты. Да и хрен с ним, проехали и проехали. Движемся дальше, как я сказал, следующая точка, точка переработки меди в слитки. И выглядит это вот таким вот образом. В отличие от точки, где мы добывали, здесь есть антураж. Это такой практически завод. Сама точка стоит внутри ангара, но въезжать в ангар вам абсолютно не надо. Ставите машину так, как вам угодно. Вот, например, так. Поставили и идете к переработчику. И вот здесь открывается интересная штука. Оказывается, больше с мешками вам бегать не надо. Не надо ничего перегружать с машины, потом переработчик, в машину переработчик. В менюшке выбираете рюкзак и машину. Нажимаете переработать и можете идти. Причем в прямом смысле слова. Закройте машину, включите переработчик и идите. Занимайтесь своими делами. Машина будет 10 минут перерабатываться. И в конце концов вы придете и заберете просто свой груз. Вот и все. Такой схемы я серьезно еще ни разу не видел. Просто сразу же нажимаете переработать всю машину. И переработчик перерабатывает вам всю машину. А в совокупности с первой частью, которую я вам показал, где нажатием одной кнопки персонаж начинает сам трудиться и сам подбирать, ваша задача только перегружать в машину, мне даже язык не поворачивается назвать это каким-то сложным фармом. По-моему, здесь все сделано для того, чтобы вам, вы, вернее, как игрок, получали удовольствие, а не напрягались. Ну, а следующий шаг – это изготовление ленты, медной ленты. Ну, такая стандартная штука, но это уже на выбор. Хотите – продавайте слитки, хотите – делайте медную ленту. И там все то же самое, только время сокращается больше, чем в два раза. То есть, если здесь переработчик будет перерабатывать всю машину 10 минут, вы где-то там пока это время шляетесь, разговариваете, то там это займет всего 3 минуты. Но схема та же самая. Поставили где-то рядышком машину, нажали переработчики переработать всю машину и идите. Вот то, что вы можете идти, меня вообще удивило. Действительно, на всех проектах далеко от переработчика отходить нельзя. Иначе переработка остановится. Здесь вы можете уйти. Уехать в Кавалу, поехать в Пиргас, вернуться и забрать свою машину. Действительно, такое я встречаю первый раз. И мне это очень понравилось. Да и, наверное, это я могу сказать и о проекте в целом. Он мне действительно понравился. И я нисколько не жалею, что зашел и все-таки попробовал на нем поиграть. До этого я видел только красоты этого проекта сверху, с вертолета. Видел ландшафт, красивую карту, но не соприкасался с ним, как вот сейчас. И вот теперь я понимаю, что проект-то хороший, и на нем есть интересные, красивые решения. Может быть, они кому-то могут и не понравиться. Там есть люди, которым нравится одна форма фарма. Мне, например, писали в комментариях, что ну вот, а я люблю, когда киркой машешь и мешки появляются. Люди разные, каждому свое. Но вот лично мне понравилось все, что я здесь увидел. Я еще хотел показать магазины на автозаправках, на которых тоже сделано все очень красиво, но, к сожалению, я этого не записал. Да и в целом еще очень многого я вам не смогу показать, потому что проект огромный, он пестрит всякими интересными решениями, но на все просто не хватит никакого времени. Но даже то, что я успел показать и с чем соприкоснулся сам, мне очень понравилось. Все выглядит очень симпатично, красиво, наглядно, удобно, красочно. А в совокупности вот с этой вот очень красивой, огромной картой складывается впечатление чего-то нового, чего-то свежего. И я, в общем-то, нисколько не разочарован в этом проекте. Я увидел здесь много интересных решений. Ну и, конечно же, сама карта, неотъемлемая часть этого проекта. Вот посмотрите сами на это буйство красок. Это впечатляет, действительно впечатляет. На одной карте, которую многие ненавидят, тот самый Altis, вот сделали вот такую вот красоту. Он действительно неузнаваемый. Здесь огромное количество разных локаций, заменен ландшафт. И при всех при этих глобальных изменениях здесь все равно хороший FPS. И вообще техническая часть этого проекта работает, можно сказать, как часы. Ну и, наверное, на этом я буду заканчивать. Если вам понравился этот обзор, заходите, играйте. Проект открыт, естественно, он ждет своих игроков. Получайте удовольствие от игры. Ну а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго.